Привет, ребята. Я приехал с Красноярска. Чувствую себя хорошо. Сейчас немножко отдохну и буду посмотрю сообщения. Простите, что не отвечал так долго. Не смотрел сообщения. Сейчас поем. Картошку там мама приготовила, ролл там сделала, сейчас кофе попью. В общем, хорошо съездил, так быстро все спокойно. Ну, я купил лекарства, но не все, потому что там дорого стоит. Все равно купил, какие нужны по рецепту. Привет, передай. Кошка вся в маму. Постоянно мяукает. Мяу, 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 мяу. Кухня. Мяу, мяу. Требовательно так. Я говорю, она вся в тебя. Короче, пообщался с отцом, пока ездили. Ну, точнее, я говорил, в основном он молчал. Сейчас поем. Картины мои все в гараже. Сейчас сыграю в Castle Fight один раз. Если кто хочет, со мной можете поиграть. Я был бы рад команду набрать. Там просто предыдущее видео, которое я выложил, где общаюсь с батей. Там просто у меня здесь мало памяти стало на этом телефоне. И оно выключилось, я не знаю, на каком моменте обсуждения. Но вроде мы там голема обсуждали. Ну, я спрашивал у него про голема. В общем, я принял одну таблетку, которая выписана по рецепту врача, со всеми печатями там. Сумел купить. Я думал, вообще не получится купить, потому что там мама там, а отец дал денег, и мама еще, но мне хватило только на некоторые лекарства, остальные антидепрессанты, нейролептик, и еще не все выкуплены, но их можно купить в этом городе, по-моему, в моем. Что рассказать? А, я купил вьетнамский сок. Новый. Новый вкус. Сейчас я вам покажу, я их коллекционирую. Смотрите. Потому что я хочу сделать из них картину. Я хочу сделать картину из них, потому что я считаю это произведением дизайнерского искусства. Просто они такие яркие, они еще вкусные. Ну, бесплатная реклама вьетнамского сока. Вот. Сейчас покажу. Вьетнам. Какой-то новый вкус папайи. Такое я еще не пробовал, там не было на прилавке. Я уже все попробовал, но я там появился апельсиновый и ананасовый вкус. Я их не стал покупать, потому что их они и так есть, а вот таких вот нету. Вообще, я хотел две баночки купить, там был, ну вот я просто мне не хватило денег.
Я купил вот эту вот одну, новый вкус пробовать. Вчера на ночь я вот этот вот пил. Passion fruit, как он называется-то. Вкус на самом деле не очень-то выраженный, но нормально. Вот это надо продегустировать, кстати. Сейчас. Привет всем. Всех люблю. Люблю тебя. Кстати, размешал на всякий случай. Там есть, знаете, один из каких-то вот этих вкусов, он там на дне есть какой-то осадок, типа семечек или что. Ну, короче, какой-то осадок, как называется. Ну, типа. Может, здесь тоже есть. Когда открываешь, кажется, что он газированный, на самом деле он, что он плохо открывается. Да, впервые, кстати, плохо открывается. Плохо открылся. На самом деле он не газированный, это хорошо. Да, такое. Не сказать, что прям яркий вкус. В них в том-то и фишка. Все равно вкусно. Жаль, что мало. Жаль, что продают в таких маленьких. Вот игра началась. Так, построю козла. Точнее, как это называется. Так, что он 2 против 2, что ли? А, нет. О, этот внизу построил. А, это нуб. Нет, все-таки не такой уж ярко выраженный вкус, но нормально. В принципе, нормально. Поставлю в холодильник, чтобы потом, ну, чтобы еще потом попить, потому что он быстро заканчивается. Хочу рассказать. Мишка мой. Привет. Передает вам. Привет. Я, кстати, трезвый. Привет. Как дела, ребята? О чем поговорим? Я тут сижу просто на подоконнике. Смотрю в окошко. Нормально, чел, танка поставил. Нормально, в принципе, этот камикадзе, лекарь. Я лекарь поставила. И челик хорошего мишку танка. Против нас тролль. В виде танка у них. Короче, у нас танк Мишка, и сзади стреляет, лечит моя дрядка. А у них вампир танкует, но он слабее Мишки. И вот этот снайпер и орк, который против воздушных.
О, хорошо, что этот чел ливнул. Отлично. Хорошо, потому что он, все, кто внизу строит, обычно плохо играют. Я помню еще его ник, он плохо играет. Нормальную у него тему. Ну ладно, я думаю, вам не интересно. В общем, хорошо, съездил к врачу. Сейчас можно я немного отдохну, поем. Я толком, ну, ничего не ел утра. И посмотрю сообщение.